Добрый день. Речь сегодня пойдет о том, как разместить максимум рассады на одном окне. Не хочется размещать всю рассаду по квартире на разных подоконниках, поэтому ориентируемся на подоконник, который находится на кухне. И вот таким образом. Значит, на подоконнике стоит парничок. Вот на первой полочке у нас томаты в пеленках. И здесь у нас находится 28 штук томатов. На второй полочке тоже находятся томаты. Томаты в пеленках. Здесь 8 штук и 6 в горшочках, это 14. 8 перчиков. И на верхней полочке находятся тоже томаты. Вот в этом контейнере 8 штук. Здесь в горшочках 6 штук. Ну и здесь еще томаты, которые только совсем недавно были посажены. И таким образом, если посчитать все растения, которые находятся в парнике, в мини-парнике на подоконнике, здесь будет 64 растения. Перейдем дальше. И вот сбоку от парничка тоже на подоконнике находятся перцы. Перцы находятся в пеленках. Вот отдельно показываю вам. Значит, в каждом контейнере по 8-10 штук перцев. Вот так они сейчас выглядят. И вот здесь в контейнерах находится 36 перцев. Перейдем на другую сторону подоконника. Здесь у нас распикированы петуньи, сельдерей и еще петуньи. Ну, впоследствии вместо петуньи займут еще томаты, которые мы распикируем. И тогда мы тоже посмотрим на наш подоконник. Вот таким образом, чтобы разместить много растений, использую пеленки. Очень компактный способ, и можно посадить рассады в два раза больше. И теперь посмотрим, сколько же томатов у нас уместится в контейнере. Вот здесь видите, в контейнере в пеленках 10 штук томатов и томаты в горшочках. Вот видите, их 6 штук. Естественно, что вот в этом контейнере он меньше займет места и умещается больше томатов. А вы каким способом выращиваете томаты? Поделитесь своими методами. Подписывайтесь на канал, мы всегда рады новым друзьям, ответим на ваши комментарии. До новых встреч!